будет наполнять радостью поколение грядущее. У первого же дома видно, насколько понятие Баухута сохранения в хранении древности, да, оно как бы здесь действительно присутствует, то есть это никакой не наводит. Но все равно поддерживают, насколько это возможно, в жизнеспособном состоянии. Да, все деревянные части уже местами изъедены, порог вот здесь вообще там всего уже нету. Вот. Ну, то есть это ворота реально очень древние. В походе многие зажигают благовония. Здесь никакой не храм, не хлебница, но просто такая традиция. Приходит какое-то место и зажечь благовония на память. Такие слова мне нравятся, когда попадаю в деревню любую, особенно в красивую.